КПП войсковой части 42030 в кадре. 28 ноября 2023 года. Улица Каштанина, аллея. Начало зимы. Ранняя зима наступила, Алтышлагерь. Вот здесь, за спиной КПП, вот тут сразу начинается стадион этой войсковой части, 42030. В эту сторону ЖД переезд, где вы были буквально 5 минут назад. Время не ближе к 12, вон там ЖД переезд. За забором как раз расположение этой части. 42030. Вот здесь. Знаем, что здесь стадион. Вот здесь, за забором, было кафе. Здание еще сохранилось, но не используется, конечно. Частная собственность. Тут сейчас склад, не склад. Он работает. Строительный механизм, экскаватор. Вот здесь было кафе, которое офицерское. И вот КПП войсковой части 42030. Здесь же пожарная часть была. Пожарная часть также тут находится. Вот пожарная часть. Это здание было трансформаторной будкой или подстанция. Сейчас ее, эту будку, отремонтировали. Размещается клуб юных пожарников. Ну и прямо туда, если пойдем прямо-прямо и направо, там будет заезд на территорию части, там где столовая. Да, а дальше туда в автопарк, парк боевой техники. Там же располагались другие войсковые части направо, в том числе артбригада, мотострелковый полк, артиллеристы, противотанкисты, подразделение войск, части химической защиты. Что-то здесь было за забором. Да, снег ночью шел, не переставая, мелкий-мелкий, он вот нападал, мы видим. Температура ноль. Подтаивает. Но, однако, лежит слой, ну, сантиметров 5, наверное. Рано, конечно, рано очень в этом году. Так мы увидали КПП. Автобус рейсовый. За забором как раз есть территория кафе. Мы еще раз посмотрим на КПП. И смело можем завершать наше видео. Вон работает экскаватор за забором, видим. И начинается городок летчиков. Вот он. На проезжую часть выйдем и завершим. За деревьев плохо что видно. Вот это КПП здесь было. Между этими зданиями. Какие-то руки не получилось. Вот, получилось теперь. Это начинается тут летный городок. И прямо на аэродром. Ну, дальше будут другие объекты. Здесь многие ходили. Кто на аэродром, кто в школу, кто по другой надобности. Ходили, ездили. Да. Он там, где автобус вышел, направо, к школе. И там, где он вышел, налево, четвертый городок. Начинается здание летного городка. Вот автобус уже идет назад. Написано «Юзербоксами». Подъезд этого здания, один подъезд, еще не сдан в эксплуатацию. Три подъезда заселены, квартиры. Вот этот подъезд крайне ждет своих жильцов. Еще
еще не докончен ремонт. И направо на перекрестке Каштанин аллея. А, простите, простите, Кифенвек. Кифенвек. Мы идем по Каштанин аллее. Налево будет магазин, который магазин военторга. Вон он мелькает. Мы направо поворачиваем, и тут мы завершим, не пойдем мы туда в городок. Были не один раз, везде мы все видели. А делаем видео из-за того, что снежок выпал, зима. И КПП. Зимнюю. Начало зимы, да. Начало зимы. И вот мы сюда выходим и завершаем видео. Сюда. КПП. ЖД переезд. Вон там. Вон, пешеходы. Кто-то спросит, где пешеходы. Вот. Ох ты, что-то тут случилось. До свидания.